Так, мы достигли поставленной задачи. Я дошел до вот этого доломитового слоя. Его можно пройти при большом желании, но, наверное, уже не такими способами, не гидроразмывом. Его можно пройти ударными способами, либо уже бурением машиной. Но я хочу сказать, что те, у кого скважины уходят ниже этого слоя, качеством воды недовольны. Очень много железа, она мутная, она пахнет. Поэтому уходить ниже этого горизонта я не хочу. Поставлю для себя задачу выйти на второй водонос, упереться вот в данный доломитовый щит. Я выполнил. Значит, как вы видите, вода после часа-полутора прокачки уже достаточно чистая. Тем не менее, качаться будет долго, потому что значит, нужно обеспечить осаждение, причем качаю я именно вибрационным насосом не просто так, а чтобы все вот это вот, что там разбаламучено, да, как бы произошло устаканивание, осаждение этого слоя, подтягивание к стволу скважины, к водозабору, в водозаборной части, подтягивание более крупнозернистой фракции. В данном случае именно поэтому я засыпал сверху песок крупнозернистый и камни, гранит. Они будут являться предфильтром и емкостью накопительной для скважины. Вот. Ну, а качество воды ну, оценим в дальнейшем. Можно отвести будет, конечно, на анализ. Пока, конечно, будет высокая мутность. В связи с тем, что как бы я закачал туда много прудовой воды, будет, наверное, что-то проблема по микробиологии. Вот. Ну, посмотрим. Наверное, где-то месяц она будет сейчас качаться. Выходить, ну, например, в пруд тот же самый. Вот. А дальше уже буду использовать, ну, для начала для технических нужд, потому что это планировалось именно для этих целей, ну, как резервная скважина. То есть мне, чтобы не разворачивать шланги, другой конец участка, мне вот проще оказалось пробурить скважину. На этом прощаюсь. Оставайтесь с нами. Это было КБ Загородное. Всего хорошего. Пока-пока.